вышли на финишную прямую. До завершения чемпионата города по баскетболу остаются считанные дни. 4 марта на паркете встретились лидеры и аутсайдеры турнирной таблицы – команды «Энергия» и «Политех». Игра идет, наверное, с преимуществом «Энергия», но ребята с «Политехом» дают бой этой команде. Ну, думаю, что еще борьба будет. Все-таки маленько, как сказать, класс энергии команды повыше, чем у «Политеха». Но самоотверженность ребят молодых, я думаю, должна все-таки сыграть свою роль. Самые преданные фанаты баскетбола смотрят на игру немного иначе. В ней они видят танец, исполнить который безупречно удается не всегда. Когда одна команда играет немного рвано и агрессивно, а другая двигается неспешно, но слаженно, ритм танца сбивается. Баскетбол – это танец, потому что отношение к баскетболу должно быть такое, что это не какая-то работа, что это не какое-то физическое занятие, физкультурное занятие. Вот. Это отдых, это когда душа твоя плывет, танцует. То есть если человек расслаблен, если он получает удовольствие, кайфует от этого, то у него все получится. Но эстетику игры видят профи, а зрители наслаждаются соревнованием. Артем Гусев собрал команду «Энергия» 4 года назад. Их цель на чемпионате – не победа любой ценой, а возможность заняться любимым делом. Призовое место в турнирной таблице – приятный бонус. Вы знаете, когда я сюда зашел, в зал сегодня, я посмотрел предыдущую игру. Мне показалась очень быстрая игра, какая-то прям нервная. Соперники друг другу не уступают, ну, вплоть до того, что сейчас драться будут. Минут 15 прошло, пригляделся, примерно все стало медленнее. То есть, когда долго не смотришь за соревнованиями, а какое-то там участие не принимаешь, кажется, что все бегают, как будто в НБА. Игра закончилась со счетом 80-60 в пользу команды «Энергия». В следующий четверг, 11 марта, встретятся лидеры чемпионата – команды «Звезда» и «Полет».